короля танго Оскара Строка. Танго называется «Лунная рапсодия». Слова Лабковского. Музыка была создана в трагический момент Оскаром Строком, когда он, казалось бы, все потерял в своей жизни, а потом опять начинал все с нуля. Это было в 20-е годы в Риге. И, конечно, трудно вот такой эмоциональный заряд испытать, сидя в кресле.